Друзья, всем привет! Нахожусь в той самой пятнашке, которая засветилась на канале. И хочу показать вам вариант крепления самодельного для держалки телефона. Вот так у всех, у многих вот такие есть держалки, да? Вот на такой ноге гибкая, да, нога такая. Вот сюда цепляется она. Ну и приклеивается ли на эту липучку или как, присоску. Приклеивается к стеклу, и со временем она отпадает. Во-первых, под тяжестью телефона, смартфона, она может отвалиться, потом от перепада температур. И вот такая вот есть такой вариант простейший, да. Вот смотрите, на планочку, на болтики прикрепил вот сюда вот. Тут вот такая площадочка идет в комплекте, она есть отдельная, чтобы вот втыкать в эти воздуховоды. Но воздуховоды, вот допустим, частенько вот так вот у многих падают, не держатся. И вот это вот понакупил себе народ, да, и в итоге она не держится, падает и забрасывают, и валяется потом у многих вот такая штука. Чтобы она не валялась, вот есть вот такой вот момент применения. Вот сюда вот потом она просто надевается, защелкивается вот так же, вот как на вот эти вот крючочки. И вставляется сюда уже мобильный телефон непосредственно. Вот так вот. Вот, она никуда не девается. Вот. И вот так зажать потом можно телефон, можно расширить. Вот так вот она раздвигается, тут кнопочка. Вот. Вот такой вариант. Но смотрите, если вот на такую планку, да, крепить вот в пятнашках, там вот у кого нет вот компьютера там дорожного, здесь получается она немножко в глубине. Я вот такую подкладочку сделал, вот видите, на суперклей приклеил, суперклей. И в эту же подкладочку вот вкрутил вот эти винтики. И она вот здесь на суперклее. То есть не жалко вот эту панельку, в случае чего, ну не в торпеду, по крайней мере, вкручивается. Вот такой вариант можно предусмотреть. Вот такая небольшая подсказочка. Надеюсь, кому-то эта подсказка пригодится, понравится, и он применит это. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего.